В Самаре продолжается подготовка к параду памяти. Он пройдет 7 ноября на площади Куйбышева. Напомним, парад посвящен шествию, которое проходило в этот день в 1941 году одновременно в трех городах – Москве, Воронеже и Куйбышеве, который к тому моменту уже стал запасной столицей. Парад в городе на Волге, кроме прохождения войск и боевой техники, включал еще и воздушную часть. Он был самым многочисленным и продолжительным. Прямо с парада советские войска уходили на фронт. В 2011 году в Самаре возродили традицию проводить шествие. В этом году парад памяти пройдет в 14-й раз. В преддверии парада также проходят патриотические мероприятия. Непосредственно в 12 часов состоится парад, в котором примут участие 16 регионов Российской Федерации. Парадные расчеты, 126 парадных расчетов пройдут впервые под музыкальное сопровождение Центрального военного оркестра Министерства обороны. У нас на трибунах будут почетные гости с 89 регионов Российской Федерации. То есть в этом году вся Россия, все регионы нашей великой страны будут с нами. Почетные гости, руководители фондов защитников Отечества, руководители в том числе Министерства обороны, администрации президента. И для нас важно, что на трибунах будут сидеть и семьи участников, и герои специальной военной операции. Также будут, естественно, ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла. Важно, что в этот момент у нас будет проходить выставка, которая также в этом году в преддверии парада памяти откроется 4 числа и продолжит свою работу до 10 ноября. Выставка трофейной техники.